Всем привет, вы на канале Ириска и ЮТВ. Если вы собрались кушать, то всем приятного аппетита. Сегодня у меня кабачки, которые я сама сделала, приготовила. Не мама, не свекровь, никто, не теща там, кто они там. И у меня пепси вишня. Она не очень холодная, потому что что-то у меня начинает болеть горло, и я не стала ее сильно прям замораживать, потому что не очень хочется болеть. Не очень хочется болеть, потому что вроде бы завтрашнего дня плюс 19 передают. Я решила сегодня покушать в зале, потому что сейчас сяду поудобней, потому что не хочу я сегодня кушать на кухне, там какой-то желтый цвет. Испро тоже не яркий, но вот не хочу. Кабачки я делала в кляре. Здесь, собственно, кабачок. Кляр, яйцо, мука. Мазала я чеснок, майонез, зелень. И сверху помидорчик. Вот. Помидорчики разрезала напополам, потому что они у меня уже полежали там какое-то время и уже такие мягенькие стали, поэтому их пришлось порезать пополам, но это совсем не портит само блюдо. Видите, кладу я их вот так вот домиком, так удобнее. Взяла нож, но, если честно, я не ем их ножом и не режу, я прям вот так вот их, видите, они приклеились, они холодные, кстати, с холодильника. Вот так их сворачиваю и прям в рот. Но сегодня буду их как-то немножко поэстетичнее, что ли, кусать. Обожаю. Как вкусно. Вкусно жить. Это ж хорошо. Ой. Кофеечку. Сегодня мне звонила подруга с Воронежа. Боже ж, как я рада была ее слышать. Общались с ней по видеосвязи. Общались, наверное, около часа. Ну, меньше минут 45, вот так вот 50, может быть, минут. Ну, почти час. И проболтали бы, наверное, больше, если бы не дети, ни ее, ни мои. Мои, как будто у них много. Извини, Арина. Но Арина, в принципе, нам особо не мешала. Как бы она там играла, спросилась, правда, поболтать. У нее двое девочек, они такие сейчас школьницы. Одна во второй класс пошла, одна в первый. И каждая из них хочет внимания. Одна зовет папу, другая зовет маму. Потом начали кошку, собаку, попугая. В общем, начали это тереть. Кто видел мои блоги с Воронежа, поняли, о ком я говорю. Ой, ой. Господи, прям вывалилось. Что такие? У них прям целый зоопарк, еще и черепах. Может быть, приедут ко мне зимой. Прямо на мой день рождения. 16 числа у подруги отпуск. Поэтому 16 декабря. У меня 18 декабря день рождения. Поэтому, может быть, приедут. Было бы очень-очень классно. Сколько историй у нас с этой подружкой, с Надей. Не знаю, Надь, по-моему, ты на меня подписан, но, по-моему, не смотришь ни одного моего видео. Смеешься, но там, я думаю, что это все ерунда. Может быть, для кого-то это ерунда, для меня это очень серьезно, это прям как, не знаю, как пол моей жизни. В общем, у нас с Надей столько было историй в нашей жизни, сколько мы
пережили. Правда, я приезжала на лето в Воронеж, приезжала на лето, бывала прям сразу на все лето, на 3 месяца. Было классно. Вот не знаю, почему-то мне нравятся именно кабачки вот так пожарить, именно в кляре. Ведь многие не жарят их в кляре. Может быть, это как-то неаппетитно смотрится, но для меня это очень вкусно. Я могу просто одна это съесть. Да. Честно, думала, что вам рассказать. У меня на самом деле столько много историй, просто всяких интересных, ну, на мой взгляд. Мне кажется, что вам было бы тоже интересно. Но почему-то, не знаю, хочется просто посидеть, покушать вместе с вами, поговорить. Просто ни о чем, просто поболтать. Блин, какая вкусная пепси. Вчера, кстати, списывала своим мастером по маникюру. Скидывала ей фотки, которые я хочу, чтобы она мне сделала. И, в общем, наконец-то она все время была как-то не очень хотела мне делать почему-то френч. И все, и вот из-за этих 2 ногтей у меня прям гнутся. Такие даже под шеллаком, вот когда уже начинает, знаете, у меня отросло, начинает отходить, и вот этот ноготь сам остается. Он под шеллаком начинает там гнуться ноготь. И она не всегда мне из-за этого не хочет. А наращивать я не хочу, потому что у меня наручные ногти не держатся. Они отваливаются прям полностью. Прям просто отвалились прям этим гелем. И она была все время: нет, Ира, давай что-нибудь другое, что-нибудь другое. А вчера сама она: ну давай, говорит, попробуем. Ладно, я говорю, давай. Так что, скорее всего, у меня будет френч. У меня ни разу не было френча. Френч он называется, господи, сейчас наговорила, а может он не френч. Ну, французский, да? Бог ты мой, как это вкусно. Блин. Единственное, я пожарила в этот раз неаккуратно. Порезала их разной толщины. Какие-то толсто порезала, какие-то тонко. Господи, да что ж такое? Прям не хочет, чтобы я его съела. Кстати, по поводу того, о чем бы поговорить с вами. Пишите в комментарии, может быть, вы хотели бы что-то узнать обо мне. О детстве, возможно. Может быть, уже в таком возрасте, да? Возрасте. Ну, большом, да, взрослом. Может быть, вы хотите сами что-то обо мне узнать, я бы вам рассказала. Такой получается у нас сегодня разговор ни о чем. Просто так. Какое-то настроение, знаете, у меня нет настроения вообще ни на что. Прям вот нет и все. Сегодня встала, вроде бы нормально. Встала, нам сегодня приходили, слили батареи, воздух этот выпустили. У нас теперь тепло, наконец-то мы мерзли. Но потом отвела в сад ребенка. Вернее, сначала отвела в сад, ребенка, потом пришли, слили батарею. Потом я вроде бы легла спать. А потом сходила на стрим подружкам. И все. Как бы я ничего не делала. Потом я пошла за ребенком, погуляли чуть-чуть. Зашли в музей СССР. Чуть там побыли, потом на площадке, потом и все. Потом у меня разболелась голова. Жутко заболела голова.
А оказывается, голова у меня заболела из-за того, что меняется погода. У нас все это время было минус 2, а с завтрашнего дня плюс 19. Резко. А я очень завишу от погоды. Я прям очень такая метеозависимая. У меня любая резкая смена погоды, сразу начинает повышаться давление, начинает болеть голова. Чувствую я себя отвратительно. И вот, наверное, это поэтому сейчас у меня так... Ой, какой... Ой, ну что это такое? Хотела посмотреть, как вам на камере не видно, он такой красивый. Ой, очень красивый. Какой-то день вообще ни о чем. Блин, да что ж такое-то? Завтра встану отечная вся. Напилась пепси. Плюс я еще до этого выпила. Только у нас 2-литровая бутылка. Наверное, я ее всю выпила. И сейчас еще с вами. Подцепить. Я наелась. Я просто объелась. Я сейчас лопну. Вроде не так много съела. И вообще надо худеть. Нужно сейчас за зиму хоть немножко. Аж самой смешно. Мне кажется, я это всегда говорю, постоянно. Ну, надо, надо взять себя в руки. Потому что мы планируем летом поехать на море. Крестики, значит, держите, нолики, там все что угодно. Главное, держите. Что хотел сказать. На моем канале появляются хейтеры. Я этому очень рада. И хочу сказать вам большой-большой пламенный, жирный пируэт, хейтеры. Да. Я этому рада. Когда появляются хейтеры, это значит канал растет. От этого не может быть хорошо. Я объелась. Сейчас лопну, девоньки. Девоньки, хейтеры у меня почему-то все мальчики, поэтому и мальчики. Ой, да. Кстати, совсем скоро будет мукбан с небольшим объявлением. Это объявление будет касаться по поводу моего канала и вообще всего, что происходит на нем. Очень будет такое серьезное, конкретное объявление. Ну, не знаю, если это кому-то, конечно, интересно. Так что ждите, скоро что-то будет. Да. Это капец, сколько здесь было? Я столько за раз не выпивала. Вот что не сделаешь для мукбанга, да? 0,33. Офигеть. Я сейчас лопну. Очень много для меня этих газов. Хоть я и люблю газировку, но я не люблю сразу прям так много выпивать. В общем, какой-то такой мукбанг болталка ни о чем. Но зато мне было приятно с вами вместе покушать. И хочу вам пожелать хорошего дня, хорошего настроения. В принципе, я много чего могу пожелать, но буду желать постепенно. А то много будет сразу. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.